место для испытаний, где мы не привлечем внимания. Есть одно местечко. Цель на месте. Черт, знал же, что пиво надо было брать. Ни хрена себе хреновина. Эта хреновина – произведение искусства. Я знал, что у тебя большая пушка, но не думал, что настолько. Монстр просто. Какие патроны? Урановая оболочка пробивает все. Проникает внутрь и разрывается. Конечно, разрываются. Проникают и... Офигеть. Какая оптика? Не трогай. 2000-кратное увеличение. Обалдеть. Это опытный образец, да? Наверное, вы много за него заплатили. Она замечательна. И вы тоже. Я так скажу, чума. Вообще. О, да. Я не перестаю удивляться. Не терпится посмотреть... Ламонт, закрой рот. Как плавно все, а? Ну, совсем чуточку мимо. Прицел сбит. Миллиметра на три. Нет, все чисто. Какие 3 миллиметра? Так, Ламонт, расскажи, как наводить автоматически. Сделать поправку на ветер, угол подъема, а потом нажать вот. То есть все вводить приблизительно? Да, только так. И нажать вот. Да. Эй, сдаюсь. Так, автонаводка работает. Да, это проще простого. Ну, Ламонт, проведем тест на скорость. Тест на скорость. Итак, беги. То есть... То есть беги. Сейчас. Давай правее. Достань пачку сигарет. Не бойся.
Стой спокойно. Стой спокойно. Я же говорил, сбит прицел. Иди к машине. Быстрее, три шага. Монреаль.